Делегация Чувашии вернулась с 14-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 1700 делегатов и гостей, в том числе около 600 представителей первичных отделений «Единой России». Вопросы, которые рассматривались на съезде, предлагали рядовые члены партии. Лидер партии, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на форуме, подчеркнул, съезд проходит после недавно завершившейся избирательной кампании, в ходе которой партия еще раз доказала, что пользуется авторитетом у избирателей. Убедительные примеры есть в каждом регионе. На самом деле во всех регионах политических партия «Единая Россия» победила. Партия народная, партия реальных дел. Нам надо, не отрываясь от наших жителей, от наших избирателей, показывать надо, что эта партия на самом деле конкретно работает на благо жителей Чувашской Республики и всей Российской Федерации. В мероприятиях съезда участвовала представительная делегация Чувашской Республики. Из них 5 секретарей первичек. Один из вопросов – обсуждение партийной дисциплины. Нужно сказать о том, что те вопросы, те темы, которые поднимаются на площадках, они сегодня очень актуальны. Здесь нужно признать, что партия «Единая Россия» не уходит, не снимает с себя ответственность. Все те социально значимые вопросы, они поднимаются. Это вопросы ЖКХ, это бюджетная сфера, заработная плата и многое другое. Обсуждали на форуме и исполнение майских указов президента России. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в больницах сокращается дефицит врачей, но по-прежнему не хватает медсестер. Были встречи с министрами, было очень много вопросов неудобных для министров. Но при всем при этом, как уже мне было сказано, эффективность присутствовала. И, конечно же, если говорить о том, что нас ждет, мы рассчитываем, что будет подведена объективная и дана оценка работы партии, будут поставлены новые задачи, цели.